но мне как хирургу посчастливилось действительно работать в том разделе, где не только мануальные навыки, личный опыт, но и многое для того, чтобы получить результат, связано с использованием медицинской техники. И в 2004 году я вплотную стал знакомиться и иметь возможность работать на оборудование, которое производит компания Карл Шторц. Конечно, не могу не отметить те приятные эпизоды своей биографии, связанные с общением с сотрудниками компании. Ну, прежде всего, это специалисты с большим чувством юмора, с умением дорожить дружбой, умением помочь и откликнуться в самые трудные минуты. Не могу не отметить вот, персонально и Гурова Дмитрия, и Лобана Михаила, Наталью Шашкову, с которыми приходится очень много общаться, с которыми удалось реализовать очень много проектов, которые, я думаю, были полезны практическому здравоохранению. Самые приятные впечатления от общения с сотрудниками компании. Надо сказать, что хирургия – специальность, которая целиком и полностью направлена на получение результатов. И вот добиться результатов лечения, конечно, во многом можно от тех технологий, которые сегодня представляют нам производители медицинского оборудования. Почему Карл Шторц? Потому что это, наверное, один из мировых лидеров брендов, который является залогом успеха в работе каждого хирурга. Прежде всего, это надежность, безопасность и тот комфорт, который специалисты используют при выполнении различных оперативных вмешательств. Хирургические технологии неуклонно развиваются, и как раз я могу сказать, что компания Шторц – это та компания, которая, наверное, даже преуспевает и идет впереди развития хирургии. Потому что развитие действительно на сегодняшний день в состоянии удовлетворить любого специалиста. Это и визуализация, это и инструментарий. И во многом, конечно, будущее хирургии также будет зависеть от развития того, что сегодня представляют компании. Хочу поздравить компанию с очередным юбилеем и надеюсь на многолетнее сотрудничество.